То есть вот это вот движение, чтобы вы понимали, да? То есть получается, вот шаг сделали, да, а потом оп, я назад понял. Ставим стопы, соответственно, выпрямляется вся задняя линия. Она дает импульс и в подколенную, и по задней поверхности бедра, и под кроножки. Надо, чтобы четко работало бедро. Надо, но смотри, если, допустим, вот в твоем случае у тебя оно включается, если там тяжело, то может просто выключиться, я тогда страхую. А для людей, которые еще этого не умеют делать, да, есть даже такое упражнение, что отставляют ногу назад и пытаются выставить на место, да, то есть вот она расслаблена, туда поставить. Кто еще не совсем может, другой человек садится позади и помогает выпрямить колено, но ровно столько, чтобы не перевыпрямлялось, не было вот такого вот отщелкивания, а именно плавным движением, оп, и придерживать, оп, и придерживать. Тем самым включается задняя линия, то есть тренируется проприоцепция.